Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Последний раз мы с вами виделись 1 мая, прошло уже очень много времени, мне было некогда. Я занималась реализацией петунии, реализацией рассады, которую я вырастила. И хочу заверить всех, кто за меня переживал, что все нормально. Все у меня окупилось, и семена, и полка, и лампы, и электроэнергию, которую мы потратили на выращивание рассады. Все хорошо. И как сказала одна хорошая женщина, Валентина, с канала YouTube, на следующий год я посажу в 3 раза больше. Петуньки много не бывает. 1 июня она у меня уже закончилась. Все спрашивают, а у меня ее нет. Вот хочу познакомить сегодня, 23 июня, с теми редкими цветочками, которые растут на моем садовом участке. Совсем-совсем несколько. Вот эта аквилегия, которую я тоже вырастила из семян. Посмотрите, какая она необычная. Вот такая синенькая. И вот такой вот кустик очень красивый, низкорослая аквилегия. Сантиметр буквально, наверное, 30-35. Вот такая вот красивенькая, посмотрите, необычная какая. Такую аквилегию я вырастила в прошлом году из семян. Вот петунька, которой я торговала в этом году. Вот это торнадо. Вот такой вот куст, просто сумасшедший, который не боится ни ветра, ничего. Который ведет себя просто на 5 с плюсом. Такая яркая окраска. Ни дождь ему не страшен, ни ветер. Такая вот петунька, которая радует меня. Вот такая композиция небольшая из синего и желтого цвета. Вот такая тоже красивая петунька, темненькая. Вот. Вот такая вот петунья гигантелла. Вот если, например, на фоне обычной петуньи, посмотрите, какая она здоровая. Просто вот. Просто вот такой огромный цветок. Вот он. Вот если в сравнении с обычной петунькой. Вот он. Вот так вот. Вот это джоконда тоже. В петуньках такая красивенькая. Тоже ампельная. Красивая. Ну, это обычная розовенькая петунька. Ну и напоследок вот такую мы с вами вырастили вместе. Называется фиалка рогатая. Вот она. Вместе с вами мы растили ее с января месяца. И вот какая получилась красота. Красотень просто. Такие кустики. Вот эту фиалку рогатую, это многолетник, мы растили вместе с вами. Вот она какая. Вообще. Такие цветочки, которые мы с вами выращивали вместе с января месяца. Сейчас оно так вот растет, такая клумбочка. Вот. Меня радует. Ну, всего вам доброго. С вами была Ольга на своем канале. Садовые развлечения. До скорых встреч!